Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Тотемпалт, а мы продолжаем играть в Subnautica. Это у нас вторая серия, которая, ну, немножко погодя, вот сейчас вот у нас идет от второй серии. Так, у меня тут в хранилище ничего не осталось, да? Так, у меня есть медная руда, для чего я ее искал? Я уже даже забыл. Наверное, уже не для чего. Так, используйте ремонтный инструмент, чтобы поврежденное радио сделать, так? Угу. Ну, в принципе, нам это сейчас не надо. Что я хотел? Да, в прошлой... О, запущено, нарушено. Статус в норме. Все хорошо. Так. Ну что ж. Я хотел сделать базу поскорей. Нам нужен свинец. Сорян, друзья. Пойдемте найдем свинец, который так трудно найти. Блин, долбанулись мы. Что-то на ровном месте. Сигнальная ракета еще работает. Так, где бы этот свинец мог быть? Господи. Так, тут у нас кварц. Что-то у нас тут медная руда. В ядре реактор достигнет состояния через... Оба-на! Что такое? Чё, взрыв? Взрыв в бане? Блин, стой. Ё-моё! Круто! Ну-ка, сканер. Просканируй-ка меня. Так, доступен чертеж. Ага, свинец и сетчатое волокно. Сетчатое волокно мы сейчас можем запилить. Нам нужны водоросли. Плохо дело. С радиацией дело плохо. Надо против радиации делать костюм скорее. Полон. Сейчас сделаю сетчатое волокно скорее. Нам нужно сетчатое волокно и свинец, чтобы сделать противорадиационный костюм. Скорее уж. Так. Ну что ж, привет. А, инвентарь полон, шикарно. Сейчас. Снаряжение. Так. Ресурсы. Образец водорослей. А я что взял? Блин, а ну-ка съешь. И это выпей. Мда. Это мне нафиг не надо, выкинь. Так, ресурсы. Титан сделай. Пипец, нифига водоросли не собрал, ё-моё. Так, хранилище. Чем мне этот титан тут? Так, ну и тебя давай переложим на время. Так, что ж, пошли опять за водоросли, что ли? Пытаемся.
Да. Противорадиационный костюм надо. Отлично. Водоросли вроде. Еще давай. Кислород тратится. Давай-ка самосканируем. Congratulations, survivor. You have exceeded your weekly exercise quotient by 500%. Data indicates that swimming was your favorite activity. Be sure to vary your routine for uniform muscle development. Слава богу, самосканирование показало то, что все у нас в порядке. Так. Где тут ресурсы? Мне нужны две такие штуки. Да, и вот самое сложное. Откуда мне... Ага. Надо найти свинец, который хрен знает где. Для начала все время тут. Надо уже мне привыкать тут выходить. Надо найти свинец. Поскорей. Если не будет свинца, то будет плохо. Свинец мне нужен для костюма. Только где бы он мог быть? Так. Разбить известняк. Так, медные. Чем мне медные ответ? Так, ну-ка подышать надо. Так, ладно, хорошо. Ну-ка. Сюда мне. Что тут у нас? Ё-моё, гейзер что ли? О, разбить известняк. Всякое. Так. Где тут свинец? Как он выглядит-то хоть? Титан. Я еще не могу найти свинец. Медная руда. Титан. Медная руда, ё-моё. Заколебали. Кислорода еще все не хватает никак. Давай плыви уж. Если реально. Где этот свинец? Металлолом. Это у нас кристаллы. Ты кто? Все, золото, шикарно. Наше золото круто. Так, еще давай. Хотя бы знать, как этот свинец выглядит. Было бы и то. Неплохо. Металлолом тоже какой-то. Так. О! Чш. Не надо на меня нападать. Отлично, кислорода вдохнули. Кислород — это жизнь. Блин, не трожь меня. Ты кто? Ой, господи. Чё-то стекло, поход какой-то. Будет.
Давайте наберем уж на всякий случай, пригодится. Так. Так, песчаная акула. Давай наружу. Быстрее наружу. Давай. Отлично. Хорош. Давай еще поплаваем. Я думаю, найдем много сканеров ближнем, если предполагать, что данные приносят. Так, соберите. Давай. Уйди, лишние водоросли собирай. У меня задание собирать водоросли почему-то. Ну давайте по фану насобираем водоросли, если у меня такое задание. Инвентарь полон, шикарно, это чё? Так, тоже металлолом. Так, ну-ка, давай-ка. Наружу. Надо употреблять. Чё ж мы покушаем хотя бы. Оба-на! Вот это уже интересно. Так, просканируй. New blueprint acquired. Отлично. Морской глайдер уже есть. Сейчас и его сделаем. Ну, ё-моё, залезь ты туда. Чё тебе туда залезть-то мешает? Вообще не хочет туда залезать. Там вон КПК. Ну ё-моё, вообще офигел. Давай еще немножко усилий. Чем ты туда лезть не хочешь? Очень странно. Нифига не ломается. Как же туда пробраться? Ну? Почти же влез. В чем сложность? Я вообще не понимаю. Вон тут фига всякой крутой штуки, а ты меня не впускаешь. Обидно как-то. А может тут сваркой поработать надо, я не знаю. Короче, не хочет она впускать что-то. Него еще попробуем. А, вот, ё-моё, хорошо, что я вернулся. Так, тебя возьмем. Компас. Так, КПК данные. В журнале новые данные есть. Шикарно. Так вот, все. Сейчас почитаем КПК. Так, вроде реально все собрал. Да, я тут все собрал. Сейчас. Что у нас КПК? Загружены данные. Выжившие с Авроры. Портал журнала Капсул 3. Неопознанный член экипажа 1. А он точно вывезет нас двоих?
неопознанный член экипажа 2. Обычный глайдер тянет массу 80 кг со скоростью выше 30 км в час. Энергоячейка, прикрученная к тому, должна выдать вдвое больше. Неопознанный член экипажа 2. О, наверняка. Это если предположить, что он не перегрузится, пройдя 3 метра от спасательной капсулы. Ты не волнуешься на этот счет? Я вижу инженерную проблему. Если я перестану видеть математику, тогда я буду в ужасе. You really think it'll carry two of us? Your regular sea glide tows a mass of 80 kilograms at over 30 kilograms. Короче, понятно. Нету их, нифига. Так, друзья, нам нужен свинец для костюма. Я уж почти все сделал. Как сделать свинец? Ты свинец? Вряд ли ты свинец. Без свинца вообще плохо. Ничего себе, что я нажал. Круто. Только не надо меня трогать, пожалуйста. Яйцо существа возьму. Так, кислород. Кислород. Не уходи от меня, кислород, пожалуйста. Не надо от меня уходить. Так, идеально. Так, посмотрим. Что тут у нас? Может быть, тут что-то лежит? Странно. Сейчас странный кусок. Я думаю, что-то поблизости есть. Так, не трожь меня. Не кусайся. А тут ничего поблизости нет. Хотя стопы вон. Друзья, тут надо работать, судя по всему, с варочным аппаратом. Насколько я понял. Да, у меня сварочного аппарата нет. Давай, еще водоросли нарубим. Ты мне покажи, как свинец найти. Вообще, что ли? Уходите прочь. О, ты чё, выбросил? Вот их выброс. Так, ладно, надо сматываться отсюда. Со стопой мы не будем, у нас аптечка есть. Очень интересные заросли. Они даже помогают. О боже, где же мне взять? Сейчас просканировать можно? Где же мне взять свинец? Вообще его найти не могу. Не сканируешься. Так. Оксиген. Кислород. Кислородом плохо что-то. Сейчас надо посмотреть, может быть, свинец скрафтить можно. Как ни крути. Сейчас будем лазить в КПК и решать этот вопрос. Что я тут-то водой могу залезть? Ладно, давай решать вопрос. Изготовитель. Ресурсы. Смазка. Стекло. Стекло из кварца делается. Сичтело. Ну, титан. Титан, ты. Медный провод. Ладно, ты
снаряжение, компас. Так вот, морской глайдер, медный провод, смазка, батареи. Ну давай его что ли замутим. Батарея, мне батарея не бог, медный провод есть. Так. Вот сейчас мне нужна медная руда, я сюда чего же? Здесь у меня титана полно. Ну ладно, погнали. Просто с той штукой будет намного быстрее нам работать. Так, еще медь. Где моя медь? Тут вроде все опало. Тут еще какой-то скок. Так. Сейчас найдем мы медь. Ну, когда там кислород все? Медь нужна искать, да, нужно искать медь. А, точно, грибочки. Да, грибочек. Вот. Так, это титан. Там мне не нужен. Так, медь. Еще медь. Нет, это не медь. Вот тут говнюк, а. Блин, далеко-далеко до воздуха. Так, давай, пожалуйста. Отлично. У меня уже есть один кусок меди, мне остался второй. Найти бы кусочек меди. Так, тут у нас кислород выдает шикарно. Вот может быть медь моя. Да, вот моя медь. Что нам еще нужно? Ё-моё! Так, акулка. Ой, пофиг на тебя, ты ничего не сделаешь, надеюсь. Мне кислород нужен. Ты чё? Блин, да ну вас нафиг. Опасно вообще. Блин, да кислород-то далеко. Так, не темней. Нормально. Жить будешь. Сейчас хотя бы половину сделать. Для этой штуки. Удобней. Она поможет во многом. Для глайдера этого. Уже новая птичка есть. Так. Что мне там надо было для глайдера? Так, ты чё, неизвестное яйцо? Давай я тебя тут, что ли? Нет, тут тебя не получается бросить. Так, чертежи, глайдер. Ты где? Так вот ты, смазка, батарея. Мне надо сделать батарею. Так. Электроника, батарея. Теперь осталась смазка. Идеально. Стопы, зачем я? Я же тебя оставил там, у себя. Что нужно. Да, так и есть. Пиздец. О, господи, образцы какие-то. Ну-ка, сделай-ка мне смазку.
is essential in construction of vehicles. Все, мне кажется, я сделал инструменты. Это где-то в снаряжении или где-то вообще электроника. Ну то вот ты. Все идеально, у меня есть глайдер. For your safety, please pack supplies for long journeys and stay within 5 kilometers of the nearest life pod or habitat. Так, окей. У меня есть водичка. На, пить мне нечего. Круто. Пить мне нечего. У меня есть глайдер. Зато. Так вот, так-то лучше. Все, у меня есть глайдер. О, погнали. И себе поплаваем. Надо бы мне найти рыбу, которая мне воду даст. Или лучше мы сейчас с тебя наберем. Же штука тоже вот дает. Oxygen. Так, идеально. Хоть что-то новенькое я сделаю. Это круто. Так. Я набрал водоросли. Где я их набрал? Выбросить, выбросить. Так, вот это вот интересно. Лицо существа, значит, да? Лицо какого существа? Ну, просканируем тебя. Пофиг на это существо. Тебя выбросить, тебя выбросить. Ой, думаю, опять ты. Идеально, он спасает. Так, мне нужна вода. А я ее не могу найти. Да неужели? Ё-моё, идите нафиг. Так, отлично. Мне нужна вот эта штука. Сейчас немножко так попью. Теперь надо найти рыбу, из которой воду делать. Так, вот из тебя вот делать, да? Рыба-пузырь. Давай-ка мне еще рыбу пузыря найдем. Где тут все рыбы пузыри? Так, вот еще рыбы пузыри. Шикарно. Куда? Все. Сейчас я себе воду сделаю. Так, окей. Угу. Водичка. Это хорошо. Vital signs stabilizing. Так что я там хотел? Я хотел свинец найти. Где свинец? Я, наверное, да, на пофиг возьмем. Где может быть свинец? Чертежи. Да, строитель это еще сложный. Мне нужен свинец для хорошего костюма. Компьютерный чип там. Что-то сложно. Тут много всего сложного есть, что мне еще недоступно.
Вон, хотя пока хотя бы эта штука есть, так тут ничего. Вот там ты, да? Кто? Существо какого? Так отлично подышать можно. Погнали дальше. Что у нас тут? Где бы мне найти свинец, ё-моё? Ты что? Валом. Да. Я не думал то, что будут такие проблемы со свинцом. Вот все остальное научился находить. Куда можно взять свинец? Oxygen. Давай кислород мне. Еще давай. Отлично. Так. Пипец какой-то. Так, ты, ну скажи то, что ты свинец. Нет. А может быть свинец где-то в других местах? А я этого не знаю. Где тут вообще КПК данных? Управление сигналами. Морской глайдер. Набор для ужелания. База. Статус. Универсальный защитный костюм. Господи. Существа какого-то. Зачем я беру эти яйца? Так. Так. О, вот это вот что-то интересное. Куда будет залезть сейчас? Давай, погнали. Ну, скажи то, что что-то есть. Наконец я нашел свинец. Ё-моё, друзья, неужели? Неужели я нашел свинец? Ой-ой-ой, прижгло. Так, ну-ка, надо будет сейчас еще сплавать. Наконец-то этот свинец нашел. Это просто... Не знаю, какая радость. Вот он, свинец. Еще золото есть, круто. Так, теперь по крайней мере знаю, где лежит свинец. Титан. Блин, дайте мне кислород скорее. Вроде все, что мог, забрал. Это идеально. Сейчас сделаю нормальный костюм себе, и мы сходим с тобой на Аврору, чтобы на ней найти чертеж мотылька. Мотылек пригодится очень сильно. Так, изготовитель. Ресурсы. Че там хотел? Чертежи. Шкаф, не шкаф, ё-мо. Так, свинец. А, ну вот, все. Вот и мой костюм. Идеально. Все, костюм на мне. Противорадиационные перчатки. Так, все. Это у меня есть. Можно спокойно идти, подплыть к Авроре. Хотя бы. Немножко.
и просто вот в окрестностях поплавать, поискать всякие полезные вещи. Без строительной штуки мы еще не сможем ничего нормального делать. И не будет у нас базы. Ну, о господи, это что за хрень такая здоровая? Медузы какие-то. Вот живность-то. Так, еще. Надо поближе к Авроре быть. У Авроры мы сейчас много чего найдем полезного. Где там эта Аврора? Тестопы — это, по-моему, опасный отсек. Монстр вроде был. Все думают сказки. Так, тут у нас что? Сюда и сплаву. Давай тебя возьмем, что ли. Так, это все, конечно, безумно интересно, но нам как надо к Авроре поближе. Сейчас нам радиацию должно быть пофиг. У нас есть костюм. Я думаю, то, что тут очень много всего полезного. Это у нас что? Аптечка. Нормально. Сталкеры плавают тут что-то. Что они тут забыли? Металлолом. Ничего интересного практически. Давай, пиши. Еще поплаваем. Ага. Ну да, в принципе, ничего интересного тут нет. Где стопы, вон, что тут? А, блин, эта штука светится. Давайте хотя бы внутрь Авроры проберемся. Я думаю, в ней есть чертежи мотылька, которые нам нужен был бы. Я думаю, даже очень хорошо пригодился бы. Так, зарядочка 64%. Как бы мне не сдохнуть тут. Тут у нас что? Еще одна птичка. Акулка. Вот можно сканировать. Нет, это не нужно сканировать. Традиционные остатки. А как мне их отключить? Мне об этом ничего не говорили. Отключить эту радиацию. Влиятельные радиационные остатки. Ё-моё. Так, давай плыви скорей. Воздуху, пожалуйста. Пожалуйста, не подводи. Так, хорош. Радиационные остатки. Вроде сюда приплыл. Ну, вроде. Хотя стрёмно, конечно. До жути. Нифига я проплыл.
Тут может быть сейчас дофига чертежи для меня. Так, нет, в принципе, тут можно отобрать воды. Еще не догоняем. Уж сюда. Странная вещь это Аврора. По-моему, там сбылось. Я же знаю то, что тут где-то можно забыть. Да, вон там вход. По-любому. Давай плыви тут быстрее плывешь. Штука очень хорошая вещь. Помогает. Так, Аврора. Тут у тебя вход. Или где? О, господи, это сложно. Так, по-моему, вон там вход, да. Там войти, по-моему, можно. Давай профигачим. Так, ну вот я и тут. Warning. Structural integrity is low. Fire suppression equipment and laser cutters may be required. Exploration is conducted at your own risk. Идите нафиг от меня. Почему ты не бежишь? Беги. Какие-то монстры тут. Да, давай проведу исследование. Отлично. Вода есть. Давай еще сходим. Мне что-то нравится тут. Ходить. Тут монстр, да. Батарейка, отлично. Так, тут у нас что? Тут зайти можно? Нет, вроде нельзя. Ой-ой-ой. Что-то прижигает. Вон пофиг. Тут сейчас пройду. Ну попробую. Ты чё, офигел? Я тебе на шурму порублю. Так, нормально, почти дошел. Господи. Батарейка, так сколько. Богатым буду. Аптечка. Тоже нормально. Плохо. Так, войду. Шлёзы. Так, ладно, я внутри корабля. Aurora systems are running on local reserve power, unable to remotely download black box data. Так, окей. Integrating new PDA data. Выход из спящего режима. Загрузка, распознавание голоса. Инженер Беркли, генеральный технический директор. АО. Дрон, выдай пропульсивную пушку. Эй, Беркли, попытаешься установить эту распредкоробку распульсивной пушкой, продырявишь грузовой отсек. Черт побери, дрон, я сказал, пропульсивная, а не репульсивная. Откалибровать датчики. Проблема не в датчиках, я подбраил его программу. Он теперь как-то и не любит, когда ему указывают. Сдох. Дрон, я знаю, теперь его зовут Альберт. Альберт, я знаю, что ты не виноват. Но ты очень поможешь мне выполнить мою работу, если принесешь то, что я просил. Заранее благодарю.
Удача, пропульсивная пушка. Спасибо, а теперь проваливай. Переход в спящий режим. Босс, это ваше хобби не делать мою работу проще или безопаснее. Может и так, но это все, что удержит меня от прогулки в космос в одних трусах. И кто знает, может Альтера даже выкупит у меня этот проект, когда мы вернемся домой. Так, понятненько. Администрация. Давайте туда потом сходим. Я хочу сходить вот сюда. Что у нас тут? Так, опа. Раз разгона. А, ты еще что, не хочешь меня туда пускать? Круто. Ну ладно. Значит, нам туда надо, в администрацию. Фигачить. Так, где тут мой огнетушитель? Давай, тушим. Блин. Поджарился. Еще один КПК. О, круто, плакатик. Что тут? Тут ничего. Давай почитаем данные. Коды. Замедлились, я заменил. Вот мы наконец в открытом космосе. Мы пересекли галактику, чтобы установить базовые врата. Чтобы отправлять корабли, добывать ресурсы, чтобы строить более дорогие корабли. Чтобы установить еще более крутые базовые врата. Мы пытаемся стащить галактику или самих себе. Так, вот от грузового отсека недостаточно кредитов. Дополнительно. Код от грузового отсека. Отлично, у меня есть код от грузового отсека. Так, это что еще новое? Альтера запускает Аврору. Заявлены фазовые врата для рукава Ариан. Альтера запускает Аврору. Пределы освоенного космоса раздвинутся дальше, так как корпорация Альтера запускает совершенно новое капитальное судно, которое понесет фазы врата в рукав Ариадны. Аврора отправится из космического дока на краю пространства Альтеры, совершив сотни последовательных прыжков через фазы врата, через владение 9 различных трансгосударств, и окажется на дальнем конце рукава Ариады за 3 месяца. Оттуда экипаж поведет судно на последние фазы врата, достигнув следующей звездной системы приблизительно 12 месяцев спустя. Там отборная команда инженеров начнет 6-месячный проект строительства новых фазовых врат, в которых были вложены многолеонные инвенции кредитов. В связи с отсутствием существующей инфраструктуры в регионе судно оборудовано современными терминами и ядерными источниками энергии. Корпорация Альтера на данный момент управляет 9% всех базовых врат галактики. Если миссия Авроры окажется успешной, Альтера обгонит клику монгольных корпораций, управляющих рядом с станцией шахт регион. Так, ну, окей. Что мне найти-то надо? Это мы почитали, это мы посмотрели, что тут. Здесь батарейку нашел. Шикарно. Терминал данных. Что это все? Ну окей. Как мне пробраться только к грузовому отсеку? Так, у меня вода есть. Прикол, воды нет. Хотя не есть. Vital signs stabilizing. Так, пронесло, вода есть. Так, надо в грузовой отсек, у меня есть пароль. В грузовой отсека. Так, я попытаюсь. Оба-на, почти. Давай.
Ё-моё. Я не понимаю, мне рано что ли туда идти, меня не пускают. Подозрительно даже. Чё ты меня туда не пускаешь-то? Давай, ещё. Так, ну ладушки. Значит, отсюда. Минуточку. Так чё мне за фигня тут делать? Ну-ка, давай обратно. Давай. Чё без разгона-то вообще? Так. О, господи. Давай. Так, давай с разгончиком здоровым. Что тут такое? Куда меня пускать вообще не хочет? У меня вот, посмотрите, у меня уже есть код. Код от грузовой отсек 3. Там. Может, тут что-то лежит. А я этого не вижу. Подозрительно как-то. Сюда я уже сходил. Тут ничего путного я не нашел. А может, и нашел. Рабочий стол, чертеж я нашел. Прикольный, из титана. Кого еще стол? Так, кого еще? Кресло нашел. Ты кто? Урна, блин. Как-то все просто. Все просканировал вроде. Ну, странно то, что я туда попасть не могу. Это жить нечестно. Я обязан туда попасть. Нет, так просто сдаваться не буду. Последний раз пробую. Сейчас. Подозрительно, че я не могу туда попасть. Так, господи, обновления какие-то. Эти обновления запись не сломать, так. Господи, пипец. Так, ладно. Не хочет меня туда пускать, но у меня уже есть код. Он грузового отсека. У меня он уже есть. Так, ты что такое? Не верю то, что все именно так закончится. По-любому есть какой-то еще выход. Это очень странно. Ну, хотя ладно, пофиг. Так я сюда ходил. Сейчас будем отсюда выбираться. Вот тут еще какой-то ход есть, по-моему. Давай посмотрим, что тут. Или мне просто так кажется.
ё-моё, чё ты так фигаришь-то? Сюда я попасть не могу, да? Так вон, побежали отсюда. Очень странная форма жизни какие-то. Да кусаются, зараза. Так, ладно, я сделал все возможное. Я сделал все возможное. Это главное. Больше я ничего сделать не могу. Так, ты мне больше не нужен тут. Птичка. Покушать нечего. Че я хотел? Я хочу, вот, чисто хочу, сделать фундамент тут, жилище себе положено. Ну, чтобы у меня это было, мне нужен компьютерный чип. Остапы, компьютерный чип. Так, чертежи, компьютерный чип, планерный провод, образец пластичного коралла. Так, сейчас будем искать коралл этот. Поплыли домой. Потому что нам уже, в принципе, делать-то и нечего. Хочется уже базу мне сделать. Я думаю, запись у нас уже очень долго идет. Oxygen. Или давайте же я закончу запись и буду продолжать обустраиваться и искать что-нибудь новенькое. Так, это что? Хотя не, я думаю, лучше каждый момент сабнавтики мы будем с вами проходить вместе. Что иначе никак. Так, ты что такое? Номер 4. Что-то такое. Все, что ли? А меня что, не пустишь? Внутрь пускать не, вообще не хочется. Эти стопы. Кислород. Вот я нашел вход. Аптечка. Так. Вроде ничего больше и нет. Так, давай КПК. Так, как на тебя залезть, ё-моё? Так, КПК. База данных. Журнал экипажа спасательной капсулы 4. Всем сотрудникам Альтеры. Приземлился в районе с высокой инопланетной активностью. Встретил хищников класса Левиафан. Очень агрессивный. Спектроскопический сканер дал способом обозначения жнец. Одна особь пыталась проглотить капсулу, нанеся значительные повреждения. Единственный приемленный вариант — добраться до безопасной зоны на место крушения Аврора. Я думаю, ящик с чертежами приманки для существ. Достаточно ресурсов, чтобы изготовить пару приманок. Хоть придется дольше, чем работать приманкой, но этого как раз должно хватить, чтобы отвлечь их. Если вы не найдете меня на борту корабля, значит, я просчитался. Так. Плохо дело. Все просто ужасно. У меня есть плакатик. Так, реально, все плохо. Тут получается где-то Левиафан. Здоровый монстр рядом плавает. Давайте-ка свалим отсюда.
скорее всего, просчитался. Этот парень. Так, давай кислород. Пожалуйста. Отлично. Я думаю, на этом закончим сейчас серию, как я доплыву на своей шлюпке, потому что, ну, для одной серии, ну, для второй серии это даже очень неплохо. Мы уже побывали на борту Авроры, нашли много КПК данных, а еще у меня нехватка воды. Вот сейчас вот все воду сделаю. Так, вода, ты где? Я быстрее воды, ё-моё. Где водный пузырь, ё-моё, а вот это. Потерял. Шикарно, тут что сканировать? Тут ничего нельзя сканировать, наврали. Давай, все, я дома. Так. Что-то не то. Водичку быстрее. О, господи. Сделаем воду. Так, ладно. А, все у нас в порядке. А тут у меня лежит всякая дичь. Титана дофига. Вот это вот надо выбросить. Стой, чё птичку выбросил? Нет, птичку не надо. Тебя выбросим. Ну, в принципе, нормально. Надо будет еще радио починить со временем. Ну что ж, ладно, дорогие друзья. А с вами был Тотемпаут. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Ставьте лайки. Я буду им очень рад. Ну что ж, всем удачи. Всем пока.